Более 300 крыш под надзором управляющих компаний. Из них две трети относятся к первому РЭПу. Коммунальщики около 80 крыш уже чистили от сосулек в декабре. Особое внимание требовали крыши улиц Адмирала Жильцова 4, Центрального проезда 4, Первомайской 34, а также двухэтажных домов с шиферной и металлической кровлей. Там сосульки скапливаются чаще, чем у других домов. Сейчас, по словам сотрудников РЭПа, сосулек нет. Но если появится, то 6 кровельщиков всегда готовы. Кроме того, к сбиванию наледи в труднодоступных местах коммунальщики привлекают еще и альпинистов. В третьем РЭПе 60 домов. В начале зимы все крыши были почищены, а сейчас в боевой готовности 4 кровельщика. Они выйдут на борьбу с сосульками, как только это будет нужно. А у четвертого РЭПа 102 крыши, из них наледь образуется на 43. На весь объем работы в штате всего один кровельщик. В декабре он очистил от сосулек 9 кровель. Коммунальщики следят за состоянием крыш и готовятся к частичному ремонту. От первого РЭПа нуждаются в починке 20 кровель, столько же от компании УРЭП-4, а от третьего РЭПа 33. Точную информацию о текущем ремонте на 2014 год управляющие компании выкладывают на свои сайты.